Агентство регионального развития «Детиш» продолжает разрабатывать проекты, которые бы позволили претворить идеи небезразличных горожан в жизнь. Очередной ступенькой на пути совершенствования станет инициатива «Regeneration». Ее главное преимущество в том, что здесь не столько обязателен проработанный бизнес-план, сколько четкое видение того, как можно реализовать ту или иную задумку. «Regeneration» мы придумали буквально год назад. То есть потом мы, по сути, сделали школу проектного менеджера, увидели, что есть люди, которые хотят делать город лучше, круче, интереснее и красивее, и решили, что нам надо запускать проект такой, наверное, больше, да, по формату, больше по количеству тех людей, которые будут задействованы. И поэтому именно в конкурсе городских идей у нас есть уровень ответственности городских властей, которые подключились активно, уровень ответственности бизнеса, который, по идее, должен поддержать все идеи, дать финансовые средства, либо какие-то другие вещи, которые помогут для реализации проектов. Из большого количества претендентов организаторы и члены жюри отберут 25 идей. Их авторы пройдут обучение, после чего представят на обсуждение свои уже доработанные проекты, а 10 лучших получат финансирование для реализации. Сейчас самый активный этап в поиске бизнес-партнеров, то есть бизнеса из Бреста, который готов подключиться. Где-то в июне мы запустим отбор участников. Это могут быть люди, которые вообще не имеют опыта в реализации проектов. Главное, это идея, очень крутая идея, ну, на их взгляд, да. Мы тоже верим, что все идеи будут крутые. Это, возможно, есть уже команда у человека, чтобы он обязательно это указал и описал ее. И, не знаю, уже, наверное, большое желание что-то сделать очень крутое для Бреста. Проекты, реализованные при непосредственном участии сотрудников Агентства регионального развития «Детиш», уже знакомы брещанам. Об одном из участников мы рассказывали вам несколько месяцев назад. Денис Рабчук предложил украсить стены домов стихами белорусских авторов. Интересно и креативно. Вдохновило две вещи. Во-первых, поэзия. Я довольно люблю поэзию, мне она нравится. И сама идея, я ее, на самом деле, подобрал из такого города Украины, как Львов. Там уже такое есть. Имею в виду стихи на стенах в центре города. И вот такого сочетания исторического центра, какой-то архитектуры еще времен 18 века и стихов, как тоже элемента искусства, очень сильно воодушевляет, дает какую-то уютную атмосферу, и я решил, почему бы такое не сделать в Бресте. Так что, если вы умеете мыслить креативно, если вы знаете, как можно сделать наш город еще более красочным, уютным и современным, то ваши идеи готовы рассмотреть в Агентстве регионального развития «Детиш». Реализация проектов при поддержке спонсоров, городских властей и менторов запланирована на сентябрь-ноябрь 2020-го.